сегодняшнем видео я бы хотела вам показать Back to School. Это обзор на мою канцелярию. Я закупилась даже много. Я думаю, мне хватит на весь год. И я хотела бы начать с... Портфелей. Я хочу вам показать мои портфели, которые я буду носить в школу на разные экскурсии, потому что у нас уже часто экскурсии. Вот один у меня вот такой вот, синий. И он такой вот в пайетках, меняющий цвет. Мне он нравится, очень он такой маленький. Это вот такой вот розовый портфель с магазина Резервет. И он такой розовый с блестяшками, тоже с такими блесточками. И он тоже очень удобный, я его буду тоже носить в школу. И тоже в школу буду носить вот этот вот серый со звездочками, тут написано Stars. И он тоже очень удобный, такой вот. Тёки тоже хочет позвать видео. Вот, Тёки, ты видео. Вот такой вот мешочек для обуви, для сменки, такой вот радужный. Это вот такой вот розовый пенал. И он маленький и удобный, в него много что вмещается. Сейчас вам хочу показать, что у меня тут есть. Корректор, подчеркиватели текста, они такие маленькие. Тут есть желтый, розовый, фиолетовый, зеленый, голубой и еще один розовый. И они очень красивые, мне они очень нравятся. Потом у меня есть вот такая вот закладочка на магните. Рукожоп называется. Рукожоп это бога. Потом у меня этот набор, без него я выжить просто не могу. У меня тут такие вот 4 разноцветных ручки. Потом, что у меня тут еще? Потом вот 4 таких ручки. У меня тут есть синяя, красная, черная и еще одна синяя. И один карандаш. И на этом мой пенал от стаканчика. Вот один такой зеленый, а второй такой голубой. И вот в зеленом стаканчике у меня такие ручки есть, в которых стержни вот такие вот, радужные. И этими ручками я пользуюсь дома и беру с собой в школу, когда мы делаем какие-то работы. То вот в этом стаканчике у меня есть такие вот краски. Вот берешь, так выжимаешь, и тут оно идет сразу с кисточкой. Сейчас вам покажу. Вот. И это все, что в этих двух стаканчиках. Такие вот стикеры. И берешь такой, открепляешь, там можно на них что-то написать и приклеить там куда-нибудь себе на какую-то работу, на плакаты. Короче, очень удобная штука. И у меня есть две таких папки. Одна такая вот красненькая, такая маечка, а вторая такая вот уже на липучке. У меня тут для вас целая гора тетрадей, которую я вам хочу показать. Начнем с маленьких в твердой обложке. У меня вот такие вот три маленькие в твердой обложке. И вот тут вам сейчас покажу отдельно, вот такая вот белая. Потом такая. И вот такая. И мне они очень нравятся. Тут вот эти вот две в клеточку, а это в линию. Потом у меня есть еще 4 вот таких вот маленьких, но уже в мягкой обложке. Так, у меня вот это вот для английского. Сюда я записываю то, что надо мне знать, то, что не надо писать в обычной тетрадке. Это вот такая домашняя английская, то, что я переписываю с тетрадок. У меня вот тут вот так вот. Потом у меня тут для религии. У нас в школе религия, и вот она в клеточку. Потом две вот таких вот, они матовые, и они мне очень нравятся. Покажу вам ту, которая не записанная. Вот, в клеточку она такая. А теперь большие с твердой обложкой, буду вам сначала показывать. У меня вот такая вот, и она у меня идет в клеточку. Клеточка. И я ее использую для математики. Вот у меня тут математика записана. Так, потом у меня есть еще тут для математики, вот такая вот тоже в клеточку, такая вот зелененькая. И еще вот такая вот, кажется, тоже в клеточку. Да, она тоже в клеточку. Потом у меня уже идут мягкие, и из мягких тетрадей они у меня все очень красочные, но покажу вам с мини-красочной, это для музыки. Вот. Вот такая вот красочная она у меня очень, и вот она в линию. Потом идут мои три любимых тетрадки. Начну с той, которую я использую больше всего. Это вот такая вот с фламингами. Я ее использую как для польского языка. У меня там очень радужно. Потом у меня есть еще вот такая вот матовая тетрадка с ананасами, только надпись «Алоха». У меня вот глянцевая, видите? И да, тут я тоже очень много пишу. Вот. И она тоже в клеточку. И та тетрадка, которую я использую для английского. Вот с пончиками. И вот. И мое видео подошло к концу, и кому оно понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. После того, как подпишетесь, нажмите на колокольчик, чтобы не забывать смотреть мои новые видео. А вы не забудете, потому что вам будут приходить уведомления о том, что я уже сняла новый ролик, и что он уже есть на канале. И подписывайтесь тоже на мой инстаграм, ставьте мне тоже там лайки. И пока, хорошего вам настроения!